Ко Дню Победы все военные мемориалы Челябинской области приведут в порядок. Сейчас заканчиваются последние работы. А медиахолдинг ОТВ и компания «Новатек» также продолжают совместный проект «Огонь Победы». В его рамках в городах и районах области восстанавливают вечные огни. В Едкуле приведут в порядок 12 мемориальных комплексов. Субботник начинают с территории вокруг памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. 10 волонтеров отмывают мемориал, подкрашивают бордюры и высаживают цветы. Денежные средства были выделены компанией «Новатек», перечислены к нам в район, в наш бюджет. И мы закупили соответствующие необходимые, скажем так, материалы для того, чтобы привести в порядок мемориальные комплексы на территории нашего района. А в это же время акция «Огонь Победы» проходит в Чебаркуле и Кыштыме. Там ремонтируют объекты воинской славы и вечные огни. Итоги проекта подведут 9 мая в Челябинске. В День Победы медиахолдинг ОТВ снимет клип «Майский вальс». Участвовать в съемках будут более 150 человек. В съемках клипа будут принимать участие много коллективов, это разные коллективы, причем самое удивительное, что это коллективы от самых маленьких до очень-очень взрослых людей, а все будут объединены одной песней. Мы не будем говорить, что это за песня, это будет некая интрига, потому что мы надеемся, что все придут, и мы очень ждем всех жителей, мам, пап, бабушек, дедушек с детьми, потому что мы надеемся, что это будет очень красивое и зрелищное мероприятие. Также в рамках акции «Огонь Победы» компания «Новатек» в течение месяца будет поставлять газ к вечным огням бесплатно.